По словам матери, избитой школьницы, ее дочь после уроков в районе 3 часов дня шла к репетитору по знакомому маршруту. На улице было светло и людно. Внезапно девушка почувствовала, что за ней следят. И в ту же секунду мужчина набросился на школьницу. Она чувствовала, что вроде кто-то за ней как будто следит. Но она поворачивается, вроде никого не видела. Потом сзади напал на нее мужчина неожиданно. Она хотела дорогу перейти. Он ее напал сзади, ударил в лицо несколько раз. Потом она встала, потом он ее опять ударил. Потом в живот, потом начал ее душить. Она кричала: «Помогите!» На крики о помощи прибежал прохожий. Молодой человек оттащил нападавшего от жертвы. Школьница забежала в магазин и позвонила матери, которая и вызвала полицию и скорую помощь. Поблагодарить своего спасителя лично девушка не смогла. Сегодня его, как главного свидетеля, ищет и семья девушки, и полиция. В настоящее время злоумышленник установлен, но для проведения дальнейших следственных действий необходимо установить очевидцев по делу, а также личность мужчины, который помог девушке убежать от нападающего. Полицейские обращаются к жителям нашего города. Если вы были свидетелями данного происшествия, просьба обратиться в полицию по телефону 02. Медики диагностировали у школьницы сотрясение мозга. Сейчас пострадавшая проходит лечение. Спасибо большое тому мужчине, кто помог, но ее спас. Если бы не он, то он бы просто ее задушил. Я даже не знаю, она не была бы в живых. Семья пострадавшей не представляет, что могло послужить причиной нападения. Не исключено, что мужчина обознался. Юлия Шабанова, Ирина Герасимова, эфир 24. Воскресенье. Весь день. На телеканале «Эфир».